Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Я вас приветствую в новом видео. В этом уроке я хочу вам показать виджет для Adobe Muse. Виджет для бэкграунда. То есть сейчас вы видите у себя на экранах вот такой эффект. За мышкой преследуют вот такие элементы. При этом они меняют цвета рандомно. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим, что за такой виджет. Данный виджет вы сможете скачать на моем сайте, пройдя небольшую несложную регистрацию на моем сайте. Ссылочка будет в описании к этому видео. Если вы уже зарегистрированы, просто авторизуйтесь и скачайте данный виджет. Устанавливается виджет как обычно. Просто перетаскивайте его на холст. Он автоматически встает по ширине браузера 100%. И давайте посмотрим его настроечки. Ну, вы сами понимаете, что особо здесь ничего мы не можем сменить. То есть буквально лишь, например, толщину вот этих элементов. Движение, количество на странице вот этих вот элементов, да. То есть, например, первая настройка вместо 100 единицу, то мы с вами увидим буквально вот он один элемент, преследующий мышь, да. То есть вам достаточно просто здесь поиграться в настройках и настроить так, как вам нужно. Например, вот этот элемент, толщина, если поставлю сотню, то посмотрите, что происходит. Они у нас получаются такие достаточно толстые и просто затемняют, засветляют, завораживают глаз. Вот такие вот элементы. Или, например, возьмем параметр opacity, поставим 0, и в предпросмотре в браузере у нас получается вот такая вот красотища. Дальше бэкграунд, это заливка цветом. Та область, где у нас витают вот эти элементы, можете выбрать здесь. И не стесняйтесь, не бойтесь, просто пробуйте, меняйте там каждый параметр, настраивайте под себя, чтобы добиться наилучшего эффекта, который вам наиболее подойдет. На этом я данный урок заканчиваю. Увидимся с вами в следующем уроке. Если для вас урок был полезен, ставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые и познавательные выпуски. На этом здесь все. И до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов Hostik предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.